Привет! В прошлый раз мы были в городе Новосибирск на заводе Лиотех, где изготавливают современные аккумуляторы. В этот раз мы снова оказались в городе Новосибирск, но уже на другом заводе, где производят наноструктурированную керамику, которая находит свое применение в разных отраслях промышленности и в бытовой сфере. Как ее производят и где она применяется, сейчас я вам расскажу. Совсем забыл сказать, что впереди вас ждет сюрприз, но о нем чуть позже. Наноструктурированная керамика имеет как мирное применение, так и военное. В мирных целях из нее делают протезы, в том числе зубные, подложки для электроники, запорную арматуру для направления нефти и газа. В военных целях применяют бронекерамику для защиты личного состава и техники. В этом видео мы рассмотрим все направления и начнем мы с вами с мирной технологии по производству биокерамики. Знакомьтесь, это Валера. Как-то раз он шел, подскользнулся, упал, очнулся. Эндопротез. Такие заболевания, как остеосаркома, остеопороз, остеомиелит, зачастую приводят к значительным костным дефектам. При их лечении у человека вырезают целую кость или сустав. И если это тазобедренный сустав, то для сохранения комфортной жизни человека необходимо провести эндопротезирование тазобедренного сустава. У Валеры протез выполнен из нанокерамики. Дело в том, что она лучше металлических аналогов, которые в ходе эксплуатации постепенно изнашиваются, а продукты трения в виде ионов металлов проникают в окружающие ткани и стоком крови попадают в другие органы. А это очень плохо. Естественно, у вас может возникнуть вопрос, а где же нанотехнологии? А все они вот в этой колбе. Здесь собралось 9 патентов, 9 коммерческих тайн. В данной колбе смесь оксида алюминия и оксида циркония. Ее получить не так-то просто. Сначала получают эмульсию путем смешения необходимых компонентов в определенной последовательности при определенной влажности с определенной тониной помола. Чем меньше размер частиц, тем больше адгезионные связи частиц друг с другом. И тем больше площадь соприкосновения каждой частички друг с другом. Именно для этого и нужны наночастицы. После получения эмульсии проводится распылительная сушка вот на такой установке. Суспензию распыляют через форсунку под давлением и высокой температуре. Вода испаряется и получаются шарики мелкодисперсного порошка. Из данного нанопорошка на следующем этапе путем изостатического прессования получают вот такую заготовку, либо вот такую для разных деталей. В резиновую матрицу засыпается порошок и затем прессуется со всех сторон. Такое прессование называется изостатическим. Давление высокое и составляет почти 1500 атмосфер. На следующем этапе вот из такой детали путем выточки получается следующая деталь. Затем нижняя часть срезается и получается головка и вкладыш. Однако это не так просто. Керамика достаточно твердая и сама по себе является абразивом. Обработка заготовок проводится на токарных станках, специально защищенных от керамической пыли, иначе станок очень быстро выйдет из строя. Резцы на станке выполнены из кубического нитрида бора. Один резец может обработать всего 50 головок. В итоге получаются вот такие заготовки – головки и вкладыша. Для придания им окончательной прочности детали подвергаются трехстадийному обжигу. В результате получается абсолютно твердое тело с нулевой пористостью. Как вы могли заметить, после температурного воздействия цвет изделия сменился с зеленого на розовый. Ваши варианты, почему так происходит, пишите в комментариях. А я всего лишь подскажу, что в состав пресс-порошка также входит соединение хрома. После каждой операции проводится 100% контроль. Контроль качества на таком производстве очень важен, так как этой деталью кому-то заменят целый сустав. Брак здесь недопустим. Каждая деталь маркируется лазером, чтобы отследить историю производства. В специальной лаборатории проводится контроль дефектов внешнего вида. Каждую головку смотрят на наличие сколов, изменение цвета на поверхности, дефектов, включения. Для этого деталь замачивают в пенитрате, в специальной жидкости с максимальным проникновением в различные поры, щели и трещины. Затем на деталь смотрят в ультрафиолетовом свете.
Если деталь имеет какие-то дефекты или трещины, то пенитрат затекает в них и светится в ультрафиолетовом свете. Детали со светлыми пятнами уходят в брак. Так как, на удивление, здесь не нашлось брака, покажу, как это выглядит на примере женского маникюра. Хороший маникюр светится равномерно, а вот плохой хорошо видно по черным пятнам. Это непрокрашенные области. Они светились бы белым, если бы мы смочили пальцы в пенитрате. Так что, дорогие девушки, вот вам лайфхак, как проверить качество маникюра. Чтобы убедиться, что изделие прочное, его пытаются разрушить, сжимая с усилием в 2 тонны. Маленький спойлер, этого усилия недостаточно, чтобы разрушить керамическую головку. Для вау-эффекта головки давят хаммером, но все равно раздавить не получается. Каждая головка проходит контроль шероховатости, а также на специальном приборе производится замер геометрии. Допуск отклонения от сферичности составляет всего лишь 4 микрона. Такая высокая точность нужна, так как в процессе жизнедеятельности человека головка трется о вкладыш, и если детали не подогнаны друг под друга, то они изнашиваются неравномерно, и срок службы сокращается. На секунду напомню, чтобы вставить протез, в кости делается отверстие, куда забивается протез, ножка которого выполнена из титана. Это бесцементная фиксация. Титан биосовместим, и в течение жизни кость врастает в титановую ножку протеза на 1-2 мм. Такого протеза хватает минимум на 25 лет. Так вот, если протез быстро износится, то придется его менять, то есть снова оперировать и выдергивать приросший титан. А это, мягко скажем, не очень приятная процедура. На финальном этапе керамическая головка соединяется с титановой ножкой и имплантируется в тело человека. После того, как в лаборатории убедились, что изделие качественное, производится упаковка и радиационная стерилизация. Что это такое, я как-нибудь расскажу в отдельном видео. У нас на работе есть подобная установка. Знаете, жизнь блогера – опасная вещь. Хейтеры, мракобесы, камикадзе Ди – приходится защищаться. И сейчас я вам расскажу, как делают самые настоящие бронежилеты. На первом этапе изготавливаются вот такие керамические блочки. И если вы думаете, что сейчас он способен защитить вас от пули, то сильно ошибаетесь, потому что он хрупкий, как школьный мел. Как производят эти самые блочки, я вам показать, конечно, не могу, так как это военная тайна. Но могу смело указать несколько нюансов. Во-первых, производство бронекерамики похоже на производство эндопротезов. Правда, масштабы сильно отличаются. Во-вторых, бронекерамику изготавливают из оксида алюминия, а также из карбида бора, так как он имеет ряд преимуществ перед другими материалами. Для придания прочности керамическим блочкам их спекают по определенной технологии. В итоге получаются вот такие керамические блочки, из которых формируют данную бронепластину. Точно такая же находится в моем бронежилете. Она способна остановить пулю, выпущенную из снайперской винтовки Драгунова, с расстояния в 10 метров. Естественно, любую защиту испытывают. Например, берется вот такой железный лист. Хорошо видно, что без защиты пули прошивают его насквозь. При использовании бронекерамики железный лист остается невредимым. Например, вот так в замедленной съемке выглядят испытания защиты. А вот так выглядит железный лист без керамической защиты и с защитой, которая используется на танках. При попадании бронебойно-зажигательной пули Б-32 калибра 14,5 мм. Итак, после испытаний хорошо видно, что входные отверстия есть, а выходных нет. То есть бронежилет задерживает пулю. При попадании в бронежилет пули с большой кинетической энергией происходит сгорание сердечника за счет разрушения плитки. Чтобы осколки пули и керамики не прошли сквозь бронежилет, внутри него имеется арамидное покрытие. Бронежилет должен задержать пулю, и с этой задачей он хорошо справляется. Однако с обратной стороны хорошо видны контузионные следы, и вот они все-таки могут нанести урон. Проверка того, насколько хорошо бронепластина защищает внутренние органы человека, проводится следующим образом. Берется хорошо упитанная свинка Пеппа, вывозится на полигон, усыпляется, на нее надевается вот такая бронепластина и производится обстрел. После этого производится ее вскрытие и смотрится, какой урон нанесен внутренним органам. А теперь к обещанному сюрпризу. Совместно с Роснано мы разыграем среди вас большое количество приятных сюрпризов.
вам надо всего лишь ответить на пару вопросов, которые вы найдете по ссылке в описании к видео. 10 вопросов. По старой традиции я участвую в конкурсе «Наноразборка», где каждый из вас может проголосовать за этот ролик или за какой-то другой название лучшего научно-популярного канала. Но лучше голосуйте за этот ролик. Это тест на знание нанотехнологий. Там есть вопросы из этого видео, поэтому смотрите внимательно до конца и получайте свои призы. Наши друзья, ведущие других научно-популярных каналов, тоже сняли интересные ролики про современные технологии. Их вы можете увидеть по ссылке в описании. У вас есть 3 голоса, которые обязательно нужно разделить между 3 участниками. Помимо био- и бронекерамики, на этом же заводе производят изоляторы для вакуумных дугогасительных камер. Из циркониевой керамики делают запорную и регулирующую арматуру для нефтегазовой, химической и атомной промышленности. Такая керамика в 1,5-2 раза легче металла. Она долговечна, жаропрочна, износостойкая и не подвержена коррозии. Поэтому она лучше стальных задвижек. Изоляторы из керамики способны выдерживать большие нагрузки, скачки напряжения свыше 35 кВт. Для электроники изготавливают керамические подложки. Технология производства похожая, но имеет ряд интересных особенностей, которые сейчас рассмотрим подробнее. На первом этапе проводится массозаготовка. Вот в таких пластиковых барабанах примерно сутки перемешиваются керамические порошки и спекающие добавки. В качестве растворителя используется смесь толуола и рыбьего жира. Да, того самого, который все терпеть не могут. Затем к смеси добавляется пластификатор и перемешивается еще сутки. Полученная смесь называется шликером. Далее барабан со шликером помещается в установку для литья. При помощи давления через фильтр шликер подается в литьевую коробку и полностью заполняет ее. Когда все готово, оператор настраивает литьевую машину, выставляет зазор ножа в 600 микрон и запускает процесс литья. Шликер льется на майларовую ленту, которая движется с определенной скоростью через участок сушильных камер длиною в 20 метров. Майлар, он же лавсан, он же полиэтиленфталат. У литьевой машины есть специальное окно, где на просвет оператор видит различные дефекты, пузыри, полосы и настраивает процесс литья. Майларовая лента с нанесенной жидкой керамикой проходит 3 зоны сушки, в ходе которой удаляется растворитель. На выходе получается рулон гибкой ленты толщиной всего 200 микрон. На следующем этапе лента разрезается на куски определенных размеров. Майларовая лента легко отделяется от керамической ленты, так как на ней есть силиконовое покрытие. Если необходимо, то дальше производится металлизация трафаретной печати и перфорирование отверстий. Спустя несколько операций по сборке тонких листов вместе в большой стек толщиной до 2 мм проводится изостатическое ламинирование. Если необходимо, то полученную пластину разрезают на пластины меньшего размера. Далее подложки кладутся на оснастку и направляются в печь для удаления связующей органики. После этой операции керамика перестает быть гибкой и становится прочной. Пекание проводится на воздухе при температуре 550 градусов Цельсия. Окончательный обжиг осуществляется вот в такой большой графитовой вакуумной печи при температуре 1560 градусов Цельсия. Внутри она полностью выполнена из графита. Если ее нагреть до рабочей температуры на воздухе, то она просто-напросто сгорит, поэтому после вакуумирования ее продувают азотом. Чтобы не загрязнить подложки углеродом, их помещают в печь внутри специальной оснастки, выполненной из нитрида бора. Обожженные подложки подвергаются контролю и механической обработке. В центральной заводской лаборатории при помощи электронного микроскопа, РФА, дифференциально сканирующего калориметра и других современных научных приборов осуществляется контроль качества подложек. Электронный микроскоп нам позволяет определять микроструктуру керамических материалов, то есть, соответственно, мы их шлифуем, полируем, если необходимо, если высокое содержание оксида алюминия, проводим травление термическим там, либо химическим способом для вскрытия этой структуры. И, соответственно, можем получить изображение, можем провести измерение с помощью данного микроскопа. Керамика у нас, которая идет на изоляторы, зачастую есть необходимость к этой керамике припаять металл. То есть, соответственно, при температурных нагрузках, в определенных температурных коридорах спай не должен разрушаться. То есть керамика вжигается металлизация, дальше к ней припаивается уже какая-то металлическая часть,
Соответственно, коэффициенты расширения металла и керамики должны быть близкими в определенном температурном диапазоне для того, чтобы не накапливались напряжения, не происходило растрескивание. Вот, то есть многие приборы у нас вакуум-плотные, то есть это лампы, это реле какие-то, они не должны трескаться, не должны пропускать атмосферу внутрь. Кстати, как работают эти приборы, мы уже неоднократно рассказывали на данном канале в других видео. С участка обжига подложки поступают на участок шлифовки. В зависимости от материала, технология шлифовки отличается, но в общем случае происходит следующее. Сначала подложки крепятся на диски-спутники. Происходит шлифовка первой стороны на чугунных дисках. Для шлифовки используется алмазная паста. Да, выглядит она не очень. Затем проводится доводочная полировка на текстолитовых притирах для достижения необходимой шероховатости поверхности. После этого первая отшлифованная сторона приклеивается на более жидкий клей и производится полировка второй стороны до заданных размеров. Здесь шероховатость не особо важна. После полировки обеих сторон проводят шлифовку по контуру, и затем подложка отправляется на выходной контроль. Такие подложки имеют широкое применение. Например, керамика из нитрида алюминия, благодаря своей высокой теплопроводности, применяется в светодиодах, а также в качестве корпуса электронных схем. Надеюсь, данное видео было для вас познавательным и интересным. Лично мне экскурсия на данный завод очень понравилась. И я лично убедился, что у нас действительно есть работающие высокотехнологичные предприятия, которым хочется пожелать дальнейшего развития. Различные физические и химические процессы, а также оборудование, продемонстрированное в данном видео, мы постепенно разберем в следующих видео. На этом все. Обязательно подпишись, пройди тест и получи свой приз, и проголосуй за данный ролик в конкурсе «Наноразборка». Пока!